вечерний порой, кукольный зал. Все куклы собрали на кукольный бал. Кто ехал в карете, кто просто шагал, поэтому даже немного устал. Вот куклы-кокетки явились на бал, в их платьях цветы и весны карнавал. Воланы, корсеты, пришиты оборки, все куклы одеты, ну просто с иголки. А эта красотка любому даст фору. Прохладна она, создана из фарфора. Смотрите, тряпичная кукла, малышка. В руках ее зонтик, а в сумочке книжка. Чудесная это ручная работа. Одета тепло, мастерица забота. Какие чудесные ручки и глазки. С детишками вечером слушает сказки. Медведи и зайцы веселой толпой вход в кукольный зал заслонили собой. Им хочется в паре кадриль танцевать, по кругу промчаться, себя показать. Две леди из Франции прямо в корзину свой снимок на память прислали кузине. Зал ах, какие прелестные дамы, а эту одежду хотели б мы сами. Чудесный был бал, показали наряды, и были друг другу все искренне рады. Был тот, кто в сторонке немного грустил, другой в Инстаграм свое фото постил. Жизнь кукол такая же, как у людей, и дружба бывает, водой не разлей, и страсти кипят, и к любимым зовут. Ведь куклы всегда с нами рядом живут.